Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Василия с ником Гладиатор. Находится в гильдии Украина. Босс 3 21.00, босс 5 21.30. Собеседование через Viber, телефончик видите, либо Skipster. Вот такой вот ник. 3-4 места битва гильдии. Гильдия активная, 67-75. Да, неплохо, неплохо, смотрю. Народа тоже силушка нормальная. Так, 59-е. Окей. Поехали посмотрим, что тут у него пройдено. Аджей. Что-то все висят на волне Аджей. Не у всех, походу, фрей есть. И здесь тоже нам надо выбить фрей. Начал кошмарить. 7-е уже, понятно. Бездонатный. Но вот, в принципе, неплохо. 188 уже на семерке перешел. Так, смотрим, что у него по героям. Огонь, нормально. Нормально, нормально. Хорошо, ну, неплохо, неплохо. Относительно для бездоната Анубис вообще супер. Хрена себе. Офигенный аккаунт. Для бездона. Вполне, вполне, вполне отлично. Так, что у нас тут нету с такого интересного? Бигфут арену не вижу. Может, где-то есть невкачанные? Не, их вообще нет. Бигфут, Рину, повелитель есть. Фрея нужна ему. Ну и плюс Асура. Ладненько, поехали, не будем затягивать. Сразу фея падает, сразу коробочку вытащили. Что-то с первой тычки сегодня прям радует. Королева гарпий. Еще одна фея. Призрачный всадник. Блин. Триант. Там, где не надо. Так, укротитель. Бог грома. Фрея падает сегодня. А там, где она надо, она не падает. Ронин, драка с Рино. Отлично. Поехали дальше. Валентина. Еще одна фея. Ну а что не Фрея? Смерть рыцарь тьмы. Быстро мы самики, короче, все просрали. Кенди, Бигфут. Вот два героя уже есть. Студеный, рыцарь. В общем, вот так вот. 30 с хреном К мы быстро ушатали. Но достали два недостающих героя. Бигфута и Рину я не вижу. Может, у него где-то они здесь завалялись. Но я думаю, вряд ли. Стрелок еще даже есть. Отлично. Две таких... В принципе, два недостающих его без донату. Это вообще огонь. Видите, доната вообще ноль. Просто ноль. Сохраняет девственность. Так, отлично. А, вот тут просто жесть. Студенистый рыцарь. 4 с 15. Да. Однако, да. Так, забираем коробочку. Войти. Давайте коробку откроем. Поменять. Сменить. Бум. Блять, ну что такое? Что за разброс этих коробок сегодня падает? Что за подстава? Пиздец какой-то. Блять, душек с 8-8 утеканием. Нахрена? Я даже не знаю, кому этот разброс у него пихать. Mm-hmm.
Так, поехали. Надо добить. Точнее, не добить. Надо помочь своей стране. Хоть в вихре. Теряем ему, короче, ребята, мы сегодня девственность. Так я же тебя. Прости. Прости, но ты знал, куда ты попал. Так. Так, 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 так. Да, блядь, вот это я втыканул. Можно было вторым талантом поставить. Ладно, похрен. Это все херня. Душек сейчас особо нигде не используется практически. Это все до одного места. Так, поехали, забираем быстренько сундучки. Прости меня за разброс. Я нечаянно завтыкал, что у бездонатов есть тоже скины. Я привык, что без донатов скинов нету. Так, окей. Поехали дальше. Ну, даст 1500 самов или нет? 50. Повелитель бури 5 штук. Да, два героя, в принципе, для этого аккаунта это вообще огонь. Бигфут, Рину, которых не хватает. Так, жаркое лето. Не буду я счастливое число никому проходить. Заходят, зайдут сами, попроходят, если захотят. У меня времени просто нет. Так, ну мы отсюда одному без доната сегодня вытащили дракона, или доната, уже не помню. Так, вот он дракон, офигеть, отлично, исправились, короче, на за этот, за разброс, в принципе, разброс, то все херня, забрать, получить, невозможно получить. Печально все. Получить. Поздравляю еще с одним героем. Недостающим использовать. Окей. Так, ну что, у нас 15к. Поехали дальше. А вдруг? А вдруг дособираем? Так, слоты докупим. Я бы, конечно, бы, наверное, лучше. Сейчас посмотрим. Ну, хреново. Самый хреновый аккаунт, где падает студенный рыцарь, вообще печально падает. Сколько там у нас их? 6-15. Блин, ладно, не буду я бить ему. Я ему выбил двоих героев, в принципе, недостающих. Фрея. Бля, ну нужна Фрея. Ладно, ролим дальше. Думал, ему талантики поролить. Охрен. Королева гарпий, сучка. Паладин. Да, лучше бы я, конечно, это спустил на талантики. Все, рыцарь. Шаман. И триант в конце. Вот так вот. Ну, не знаю. В принципе, думаю, он будет доволен. Что у нас получилось? 8 с 15, и при том, что мы потратили почти 50 тысяч. Блин, это самый хреновый, получается, самая хреновая статистика по студенностям на сегодня. 8 с 15 за 50. Просто жесть. Что-то просто не прет на них. Но зато есть два охрененных
Ну, как охрененных, относительно охрененных. Для него это вообще будут имбовые герои, так как он играет, играл без доната. Мы ему немножко все подпортили, как обычно. Ну, в общем, вот как-то так. В принципе, поздравляю, герои неплохие. Бигфута однозначно будет использоваться, остальных там уже на свое усмотрение. Дрина того посмотрит, захочет качать, не захочет, но по-любому будет качать, потому что рано или поздно ему надо будет качать судьбу. Все, пишите комменты, подписывайтесь, я побежал дальше. Все, всем пока.